Доброе утро! С вами стилист и имиджмейкер Валентина Казак. Сегодня я расскажу, с чем носить удлиненный жилет. Удлиненный жилет – прекрасная альтернатива верхней одежде. Вы смело можете выбирать базовые расцветки, например, синий, коричневый, либо белый цвет. Такая вещь должна держать форму и быть выполнена из плотной ткани. Основой образа предлагаю сделать темно-синие брюки-килоты. Это универсальная вещь в гардеробе любой женщины. Брюки такого базового цвета лучше всего дополнить контрастным верхом, например, свободным джемпером оранжевого цвета. Как и обещали, добавляем к нашему сдержанному получившемуся комплекту удлиненный жилет белого цвета. Он станет акцентом в данном образе. Хочу обратить ваше внимание на то, что выбирая подобные удлиненные вещи, вам стоит дополнять комплект обуви на каблуке. Мы же завершили наш комплект актуальной обуви этого сезона закрытыми туфлями сабо, выполненными из замши. Вот так классический базовый удлиненный жакет может превратить любой комплект в стильный и оригинальный образ.